Сапоги прикрыть. Так, на счет 4 прыгаем. 4! Раз, два, три, 4! Thank you.
Ну, может, стихотворение или там еще что-нибудь. Там, там Некрасов. И там у них есть там серия. Там, попробовала собака, он ее убил, он съел кусок мяса, он ее убил. И там как бы на это... Как бы каждый... Как бы написал там, например, Некрасов как бы. Вот стих, Некрасов. Да, язык, стих. Некрасов, значит, написал бы, в каком селе не сказано, в каком краю неведомо, в деревне пусто голодно, жил-был раз три гопов. В нем жила собачечка по имени Жоржеточка, с собой умна красоточка, да и чесна припуна. Но голод шутку скверную сыграл Жоржетку верную, дичь украв привкусную, собачка съела всю. Узнав про кражу злостную, взял поп секиру острую и ту Жоржетку верную в сарае зарубил. Потом что-то он ее там покроил и написал, в каком краю ведомо. И опять по кругу, да-да. Ты помнишь, что там начинается, что... Желающий. Вот что, или это Зощенко, что ли? Да. А, вот что я вам, Зощенко, вот что я вам скажу, товарищи, не люблю я попов. Не люблю попов. За что скажете не люблю? За жадность, за их, за скаридность. Попа была собака. Как разные писатели. Ну и там дальше я, к сожалению, прозаически хуже. За жадность. Там есть такая еще там раздел Веверлей, мне кажется. Пошел купаться в Веверлей, оставил дома Доротею, с собой пару пузырей. Летом плавать не умеет. Пришел, нажимал как только мог, нырнул прямо головой, на голове тяжелый ног, она осталась под водой. Жена, узнав про ту беду, удостовериться хотела, ноги не было в труду, она уехала не могла. Прошли года и труд подлог, поросли травы и аллеи, но все так, не так уже. Торчат ноги, да? Ну, в общем, такая известная такая песня, такая, где-то отели там. Пошел купаться играй. И вот на эту тему там тоже 3000 дигелей, ставя ва-банк на какую-то сумасшедшую игру. Тогда Веверли из дома вылез и затрюхал на пруд. Скинул рубаху, штаны и прочее в холодную воду. Сколько? Будьте добры, убедитесь воочию, что голова тяжелее ног. Обалдеть! Доротея визжит и брызжет, глазами рыщет, где же ее Веверлей, любимый рыжий. Ой. Уже по колено, по грудь, по шею Доротея это тело кварц. А лично я что-то буду включать Веверлей про то, как он. Конец не помню. Венчик на лбу и с лентой на рогах. Последний страшный час я видел вас так близко. Ой, Боже. Ножки дорога. Оставил для меня.